Здорово. Вышел снапшот 23W51A к версии 1.20.5. Список изменений. Добавлен броненосец, щитки броненосца и лучшая броня. Да, мы не ошиблись. Броненосец и все, что с ним связано, находится в эксперименте обновления 1.21. Интересно. Это что написал сам Мейнтренс. В общем, броненосец. Новый пассивный моб. Может сбросить с себя щитки. Эти щитки могут сбрасываться периодически. И могут сбрасываться при очистке кисти. Также щитки могут сбрасываться при работе раздатчика. Интересно. Они появляются в саванне. Питаются паучьими глазами. И сворачиваться, когда рядом бежит игрок, рядом игрок идет на чем-либо, едет на чем-либо. Рядом находится нежить, но не сворачивается, когда он убегает. Он в воде, в воздухе или на поводке. Свернувшийся броненосец не ходит, не ест и не соблазняется едой. Понятно, опять мне так пишут, ну ладно. Возняются, блядь. Если в течение 3 секунд рядом нет никакой опасности, броненосец разворачивается. По поводу лучшей брони. Он создается из щитков броненосца. И только хозяин волка может надеть данную броню на своего питомца. К слову, обеспечивает тот же уровень защиты, что и алмазная конская броня. Только владелец волка может срезать данную броню со своего питомца. При помощи ножниц. И если волк умирает, броня дорогается. Щелок, то есть щиток, они печатались, переименован в черепаший щиток. Ламы и шалкеры больше не уничтожают стойки для брони. Раньше могли, из технических изменений. Версия датапаков обновлена до версии 7. Добавлен атрибут Generic Scale, который можно использовать для изменения размера любого моба. Интересно. Также добавлены атрибуты Generic Block Interaction Range и Generic Entity Interaction Range, которые можно использовать для изменения расстояния досягаемости игрока. Буквально те атрибуты, на которых в теории работал бы краб. Как тут пишет Мейтренс, ну ладно. Также добавлен атрибут Generic Step Height, который можно использовать для изменения количества блоков, на которые можно подняться без прыжка. Прикольно. И вот список изменений эксперимента 1.21. Добавлены новые звуки для бриза и изменены некоторые старые. Таблица лута рассадника испытаний теперь имеет две таблицы по умолчанию дворца испытаний. И по классике исправные баги. Экран накладки отображается за пределами фотбари. Якоря возрождения не изучит эмбитных звуков. Ношение шлемов не поглощает 1/4 урона. Падающих этому допустим и накрывает. Всего исправлено 55 баллов. Как-то так. Спасибо за просмотр. Доброго вечера, ну и шоу вас там сейчас. Пока.